Наступившая же рабочая неделя станет самой длинной с начала текущего года. Решением правительства Российской Федерации рабочий день со 2 мая перенесен на 28 апреля. Зато после нас ждут длинные выходные. 4 выходных выпадут на праздник весны и труда, еще один на День Победы. Как жители нашего города планируют отдыхать на майских каникулах, мы спрашивали на улицах города. На природу сводить детей, погулять. И все. На демонстрацию сходить обязательно. Да, со всеми повидаться, с друзьями, с родственниками. 1 мая на демонстрацию пойду, а 9 мая телевизор посмотрю. Не пойдете на площадь? Нет, телевизор интереснее. Там все-таки Москву покажут, новую технику. Дома буду? Мне выходные в Укротово, куда я? А раз выходной, значит, буду дома. И никуда не пойдете? Никуда не пойду. А я буду с ночи отдыхать надо. Гулять с друзьями. Возможно, уеду в гости. Ну и все, наверное. А на городские мероприятия? Ну, 1 мая пойду, а дальше, не знаю, может, уеду. Дома строительство. Строительство деревни в эту бабушке. И все? Ну, как бы никуда не отдыхать, ничего здесь буду. Ну, планы, я думаю... Субботник надо сделать. Обязательно, погода нам еще не позволила. Но отдохнуть, пожарить шашлык, встретиться с друзьями, родственниками.